Активисты Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» провели экологическую акцию в микрорайоне «Новая Трехгорка». Единороссы высадили деревья на территории детского сада номер один. Как рассказала депутат Совета депутатов округа Ирина Горбарчук, дошкольное образовательное учреждение долгое время было единственным садиком в округе без собственных деревьев. В апреле здесь высадили небольшую плодовую аллею. Теперь ее дополнят клены и рябины.